Девчонки, всем огромный привет! Я очень рада снова быть вместе с вами. И у меня был небольшой отпуск, я надеюсь на понимание, но я с новыми силами вернулась к вам. И сегодня я хочу вам рассказать, вернее показать новинку от Maybelline. Это 11 лаковых бальзамов, вернее это лаковые такие помады-блески Color Sensation Elixir. И у нас в нашей стране представлено всего 11 оттенков. Знаю, что в Европе их больше, но к нам всегда доходит не так уж много. Но спасибо за это. Очень классные носибельные оттенки. Действительно, все могут пригодиться. И красивые нюдовые. В общем, я на себе все покажу обязательно. Я сначала, если честно, думала, что это помады, потому что оформление довольно интересное и можно подумать, что это помада просто в прозрачном таком тюбике, но не тут-то было. На самом деле это блеск и открывается, можем видеть здесь щеточку. Что могу сказать про сами бальзамы? Эффект такой лаковой помады, я бы не назвала это блеском, потому что все-таки присутствует такое, знаете, плотное покрытие, довольно хорошо перекрывающая свой пигмент, но нету такой прям сильной насыщенности, как это происходит в обычных помадах. Так что такой средний вариант между блеском и помадой. Очень приятный сладковатый запах. Но вы знаете, он довольно явно выражен, поэтому если вы слишком сильно реагируете на запахи и не любите помады, блески с запахами, то, конечно, может это напрягать, но, в принципе, довольно приятно. На губах ощущается также очень приятно, не липкий, что очень важно, и дает хорошее увлажнение губам, ну и, собственно, красивые оттенки, которые я с удовольствием сейчас вам продемонстрирую. На моих губах сейчас, кстати, один из нюдовых оттенков, это 725. Что ж, давайте я покажу на своих губах все оттенки. Думаю, что и вам будет интересно, и все-таки наглядный вариант, он более понятный, и вы сможете увидеть, как смотрятся они на губах.
Девчонки, спасибо огромное за внимание. Надеюсь, что видео вам понравилось и оно оказалось для вас полезным. Очень интересно узнать, какой оттенок приглянулся вам и, может быть, вы уже его купили. Мы увидимся с вами уже скоро в следующем видео. Всем пока-пока!